Всем привет, мои дорогие подписчики, с вами я, Лев, и вы на канале Букаров Лев Насекомое. И сегодня я вам покажу цветы в деревне. Как вы видите, растений в деревне очень много, в основном тут цветы, еще много овощей. Картошка, морковка и прочее. Вот, только посмотрите. Красота-то какая. Да? Вот, посмотрите, ромашки цветут. Это голубые ромашки, просто камера их передает как розовые. На самом деле они голубые. Почему-то такой вот... Так вот, камера немножко глюки такие дает. Такой глюк в камере, то что вот... Вам, наверное, видно то, что они розовые. А на самом деле, смотришь, и они голубые. Розовые. Голубые, розовые. Вот поэтому вот я заметила этот глюк. Тут вообще цветы неправильно отображаются немножко. У них цвет немножко отображается неправильный.